Требуют привлечь к ответственности лиц, исключивших Марину Таубер из гонки за кресло мэра Бельц, а также отставки членов Центра избиркома по причине того, что они превысили полномочия, решив приостановить проведение в муниципе второго тура местных выборов. С таким запросом выступил блок коммунистов и социалистов. Мы констатируем, что национальное законодательство, кодекс о выборах, растоптали. Мы считаем, что произошло отклонение от правовых демократических норм. Имело место политическое вмешательство в организацию этих выборов. Виновны в сложившейся ситуации, говорит депутат, представители ЦИКа. Не адресам прокуратуры генерале, ку... Мы обращаемся к Генпрокуратуре, чтобы инициировать в первую очередь расследование и привлечь к ответственности тех, кто принимал неправомерные решения и кто нарушил закон. В ведомстве заявили, что к ним до сих пор не обращались в связи с предполагаемыми нарушениями в процессе отмены выборов в Бельцах. Из заявлений, сделанных депутатом Батринчи, не вытекают конкретно какие-либо незаконные обстоятельства, которые могли бы послужить основанием для реагирования и проверки со стороны прокуратуры. Мы обратились за комментарием и в Центр избирком. Здесь обещали выступить с реакцией позже. Между тем, обеспокоенность отменой выборов в Бельцах выразил мэр Кишинева Ион Чибан. Хочу обратиться к своим коллегам-мэрам со всей республики. Пора объединить усилия в этом отношении и привлечь внимание внешних институтов. Может, люди не знают, что в Молдове законы больше не работают или их растолковывают по чьему-то желанию. Тем временем председатель парламента Игорь Гросу, комментируя произошедшее, подчеркнул, что решение ЦИК доказывает, что все нарушения в стране будут выявлены и наказаны. С опозданием, но им преподали этот урок, я бы так сказал. Ясное дело, что это болезненно, чтобы вы понимали, как работают эти партии, особенно формирование, у которого в эти дни больше всего эмоций. Их способ – ничто иное, как работа через мошенничество, использование грязных денег, схем.